Добрый вечер, друзья. Воскресный добрый вечер. Мы гуляем по пирсу в городе Санта-Крус. Вот тут бережок, и там парк аттракционов. Работает. Слушайте, сейчас уже почти 11 вечера, то там народ кричит. Может, вы слышите, там визги всякие, там аттракционы. В общем, все это работает. Вот, а мы с друзьями пошли прогуляться. О, как, видите, пошли прогуляться. И сейчас посмотрим на морских львов, которые тут на платформе внизу лежат. А вот еще вот такой красавец. Тут темно, в принципе, ночь. И ну, уже что видно, то видно. Вот они такие туши громадные. Да, ночная жизнь продолжается. Вы слышите крики публики, которая катается на аттракционах. Одновременно тут прослушиваются крики, вопли морских львов, которые там кряхчат, хуртят, хурчат и как проявляют свои эмоции. Ну, да, да. Здесь еще что-то есть? Нет, здесь платформа. Там еще дальше будет. Метров 8, наверное, да? Метров 7, наверное. До воды, да. А там в воде еще глубже. Публика разбредается потихонечку из ресторанчиков. Ну, так, еще не все разъехались, вы видите. Разъезжается прямо у нас на глазах. Ресторан. Какой-то джип рядом стоит. Колоритно. В ресторане прям как на дне морском тут. Так. Друзья, ни на минуту не прекращается работа. Магазины счастья, фабрики счастья, где вы можете такого съесть, прикупить, посмотреть. Вот мы с вами делаем то, что называется window shopping сейчас. Вот мы смотрим через окошечко, да? А там внутри так красиво. Эвелина, пойдем внутрь, посмотрим, как там. Просто посмотреть. Посмотреть, можно. Нет, мы не будем в полночь есть такого. Тут при входе очередь, там мороженое отпускают. Ну и вообще кассовые аппараты. Тут всякая красота. Звезды, русалки, дельфины. Рыбки. Дед Мороз. Боже, из палатки что ли выползает? Да, из палатки праздничной. Ой, там из праздничной палатки. И везде подарки. Хорошо, праздничная палатка. Слушай, как называется этот бренд? Иди сюда. Вот эти вот с большими глазами. А, Бинни-Бул. Бинни-Бул. Эта штучка держит твой сулфон и чистит его одновременно. Не понял. Ты ставишь свой сулфон сюда, а если хочешь его почистить, ты его чистишь об эту штучку. Убери руку, покажи, обо что чистишь. Что в камеру, чтобы не забыл. Об это. Вот об это. Да. Чистишь сулфон. А вот сюда сулфон идет. И вот это для детей, что ли, такой? Да, это для детей и даже для взрослых. Понял. Да. Так, хорошо. Вот, давай. Бинни-Бу. Вот этот Бинни-Бу. Такие смешные. Улиточка. То есть они все такие, да, с большими глазками. Да, с большими глазами, да. Так, ну иди сюда. О, я знаю, что это такое. Посмотри. Ну? Это так красиво. Ой, господи. Так. Ну и... А, оно фактически... Потом можно будет его перевернуть наоборот, ну, да? Ну, конечно. И будет то же самое. Это очень красиво. Ну да, тут две жидкости, красная и зеленая. И там масло немножко. Ну да, и они вот там так протекают, а потом соберутся внутрь. И снизу. Опять. Та-дам! Так. И так далее. А давай посмотрим, почем вещь. Сейчас. Вот эта вещь, почем она? $7. $7. Вот, друзья, столько счастья всего за $7. Так, идем дальше. Есть что-то такое здесь достойное внимания? Вот смотри. А,
машинки. Нет, не очень. Для маленьких мальчиков, да. Ну, для мальчиков. Ну, идем дальше. Ой, слушай, а эти вот эти? Эвелина, вот эти цветастые собаки. Ты знаешь, сколько это стоит? Нет. Осторожно. Оп. Нет. Так, смотри на ценник. Вот ценник. На тебя упала собака. Смотри на ценник. 30 долларов. 30 долларов. Есть одна самая большая, она стоит 70. Так, давай я положу, ребенок. Все. Залезла. Хорошо. Так, идем дальше. Да, тут на самом деле справа очень красивые такие. А что это? Юлина, что это за такие пирожные? Это яблоко, покрытое карамелем и белым шоколадом. Это яблоко внутри? Да, это яблоко. Они ставят в него палочку. Карамель. Это правда. Вот написано, пожалуйста, яблоки с этим, с этим. А вот это котенок, наверное? Нет, это хаски. Это хаски Лайка? Да. Собака Лайка? Вот, видишь? Ну, как хаски? Хаски. Не, ну... Но это его имя. Нет, ну, послушай, это котенок. Это же не может быть собакой. Да может быть. У меня просто глаза такие большие. Ага. Ну хорошо. Значит, тут вообще довольно симпатичные вкусности, как ты считаешь? Мне очень такие, нравится. Я бы сказал, что многие дети. А я вот такое делала в прошлом году. И даже году. Взрослые, хочу тебе сказать, не отказались бы такое скушать, как ты вот думаешь? Вот это, сними. Снимаю. Чоколад чип брауни. $3 штучка. Да. Я вот такие делала в прошлом году. На Хэллоуин. Слушай, а эти что из себя представляют? Это фадж, да? Да, капучино фадж. А фадж как делают? Что это? Это как типа соуса, который идет на твое мороженое, но они тоже его замораживают. Из-за этого делают типа торт в закладке. То есть более густой. Ты видишь по его форме? Оно, да. Конечно, было замороженное. Хорошо. Так, вот, друзья, у нас всякие из той же серии, да, зверушки? Да. Глазастые. Сейчас мода на глазастых или что происходит? Это уже с 1974 года. Да ты что? Откуда ты знаешь? Потому что моя учительница в третьем классе собрала 2000 таких двух коробок. Учительница? Да. Говорят, учителям мало зарплаты платят, ты понимаешь? Да, но ей родители покупали на каждое событие. Понял. Она собрала не сама, а родители ей покупали. Да, и потом она сама закончила свою коллекцию, так что у нее каждый вот таких. Боже, и что она теперь с ней будет делать? Она иногда вытаскивает. Это же сколько места занимает? Она должна, наверное, много платить она за аренду. Она дает своим детям в конце недели играть с ними. Ой. Совушки, я обожаю совушек. Видишь, какая? Да, $7. Так. Собачки. Они очень милые. Да, они очень. Слушай, а вот это конфеты, это какая-то отрава? Что это? Они просто покрашены, видишь? Ну, вижу, а что? Это просто замороженный сахар, они его... Заморожены? Ну, конечно. Не, ну, солнышко, он теплый. Он не замороженный, ну, я понял, ты хочешь сказать, что ты из сахара. Да. Так, тут у нас просто конфеты вкусные, да? Верхние, вот эти. Да, вкуснять. Слушай, но ведь это же... Сколько нужно лет жизни потратить, чтобы все попробовать? 40? О, окей. Что это такие там? Это вообще съедобное, ты считаешь? Это... Да, это съедобное. Я такие один раз или два раза пробовала. Это вкусно вообще? Да, это очень вкусно. Вот эти, они кисленькие, вот эти конфетки. Да, вот эти, которые мы сейчас снимаем. А вот эти, их очень долго надо жевать. Вот эти? Да, они тоже очень вкусные. То есть они ты рекомендуешь? Вкусные. Ну, все, что здесь есть. А вот давай вот эти, люблю. Которые такие типа мармеладок. Но это не мармеладки, это такие тоже жевалки. Да, они жевалки. Ну? Они как полусладкие, их можно кушать. А вот там слева еще такие есть, они же. Ну-ка давай, вот тут начинается их много, вот они, смотри. А, я помню, я такие кушала, когда я была маленькая, только в них были витаминные вещества. Пошли вот дальше. Такие. Они тоже такие жевательные. Так. Вот хорошо, что у нас... Внизу, а как тебе лимонные дольки?
А я эти очень люблю с раннего возраста. Так. Я несколько раз в году могла по дольке съесть. Они по дольке? Ну, то есть тебе много не дают, я чувствую. Нет, это не потому, что мне не дают, это просто мне много нельзя. А почему же тебе много нельзя? Всем детям, значит, можно? Нет, ну, просто это очень нехорошо для человека, и потому что... Кушать сок шоколада? Да, это так, очень пошли, плохо. Пошли левее посмотрим, там тоже что-то интересное. Мои родители так сделали правильно, что они много мне шоколада не дают. Вот, правильно родители, смотри какие. Не разрешают детям много шоколада. Это же многие правильно. Правильно. Многие дети сказали бы, что родители их не понимают. И забыли сами, как были маленькие. Скажи. Нет. Но ты сознательный ребенок. Я знаю, а вот что... скажи, когда ты играешь на пианино, и нужно подкрепиться, что в этот момент надо съесть? Но если исключить вообще все сладкое, я люблю... Брать яблоко, или я беру чай, и папа дает мне положить туда мёда с лимоном. Это очень вкусно, потому что чай черный, я очень черный чай люблю. Так, переворачиваемся. Ну тут какие-то, слушай, тут в коробках. Попкорн. Что попкорн? Ура! Вот это? Попкорн. А тебе родители разрешают попкорн? Ну, раз в год можно. Раз в год. Ну, бери пакет, разберемся. Нет, должна спросить их сначала. А, все, понял. Ну, спросим, да, что же так. Попкорн. Так, здесь какие-то уже сувенирчики. Ну да, для чего эта штука, вот расскажи. Это ты поставляешь на улицу, да, или на дверь свою, и когда в светлый день, она, да, вот так делает. И очень красиво получается. И звучит хорошо. Да. А тут такие всякие смешные таблички. Да. Вот. Они, можно сказать, с юмором. Да, так, они с юмором. Вайнзон. Какая хорошая табличка. То есть это здесь можно выпить. Ты, нет, и ты можешь это купить, и где у тебя бутылки вина стоят, и коньяка, и так далее. Ты можешь там поставить эту табличку. Да. Мужская пещера. Какая... Написано «Мужская пещера». Да. Женщины только по приглашениям. Мне это не нравится. Да это чистый сексизм. Да. Ну смотри, уже свет гасит. Пошли отсюда. Тут уже, видите, жалюзи опустили. Здесь продают всякую еду такую, прям на месте, чтобы покушать. Морскую еду. Народ расходится, но еще не разошелся. Мы дошли до конца пирса. Вот такой вид открывается на... Бордвок, там, где все аттракционы. Вы слышите, как кричат морские львы? Ну, пора и домой нам.